Еще около 4 часов будет действовать гуманитарная пауза в Алеппо. Сирийские войска сегодня не ведут огонь по боевикам. Подразделения армии отвезены на значительное расстояние от специально созданных для выхода из восточных районов коридоров. Не наносятся и удары с воздуха. Российская и сирийская авиация не совершают вылеты уже 2 с лишним недели. Алеппо предлагают покинуть боевикам с оружием. Их готовы беспрепятственно пропустить в сторону Идлиба и Турции. Мирных жителей на пунктах пропуска ждут скорые, которые готовы доставить в больницу всех, кто нуждается в медицинской помощи. За обстановкой в районе гуманитарных коридоров следят российские беспилотники. Минобороны организовала трансляцию, за ней можно наблюдать на сайте ведомства. Напомню, акция проводится в избежании жертв среди мирного населения по решению Владимира Путина и по согласованию с Дамаском.